Уа-па-па-па-ра-пам, мартуху мы с тобой. Мы играем с тобой мартуху, что я пою-то? Это у нас как бы не эстрадное здесь представление, друзья мои. Здесь Даша Рейн, здесь О Брейн и здесь О Моды, конечно же, да? О Скорпион и О Саб-Зиро. Так, рандомчик. Это как в конце, когда, помнишь, еще это о. Самое, как Артур Конан Дойль добавлял сыкр? А, нет, не сыкр, он добавлял другое что-то. Олежа? Нет, подожди, пардон. Смотри, какая у меня есть окончание турнирная. С и СК, помнишь, было в этих в книгах еще часто? С и СК? Понятно, С, сделаем С, да, вот да, это, да. СК, скр-скр. Так я думал, почему тут скр-скр-скр? Я представляю Шерлока Холмса, скр-скр-скр. Сколько модификаций. Почему у меня Iron Black, я не понял. Быстрее, больше выбирай, давай. Быстрее, больше выбирай. А что у тебя волосы блестящие какие-то, реденькие, жиденькие? Посмотри, какой у меня костюм классный. Жиденькие волосы. Как тебе мой костюм? Я это как, помнишь песенка, вот тебе нравилась «Мокренькие трусики», по-моему, да? Была такая, Потап и Настя Каменских. Мне интересно, ты путаешь меня с собой постоянно? Нет. А, подожди, а может это у меня? Слушай, какая-то когда ярко. Если честно, ты да ярко. Ну посмотри, какая-то как. О! Из хасапитовки, да? Огненные кулаки. Бам-па-па. Ядовитые ракеты. Отраж броня. Отраж броня. Мешок приколов! Давай будет у меня канал. Я видел, есть на Ютубе копилка с играми, а у меня будет мешок приколов. Мешок приколов Олега Брейна. Лут-кейсы, блядь, да? Мешочек угара. Копочка упала. Слушай, я тебе идею бесплатную даю. Мешок угара. Продаем кейсы подписчикам, а там угар. Купи немножко себе угара. Что? Купи немножко угара, я тебе говорю. Блин, я смотрю на твой перс и думаю, что это я. То есть я вообще-то... Вот да что бомбопад. Ж ты будешь делать? Что это было? Подожди, а чего ты восстанавливаешься? Хуетенечка какая-то творится. Чего это ты ловишь их? У меня ружье есть. Я рада, что у тебя какой есть ружье. Какой у меня гладкий ствол, а? А ну покажи мне свой гладкий ствол. Вообще-то у меня он гладкий ствол. У меня же это самое... Побритый, да? Длинно-гладенький. Подожди, я же сделала. Пока! И все. Милена? Ну там я Милена. А, Милена. Со смещенным центром тяжести пулька. Нормально, да? Вошла ты в ногу. Ты вредный. Это мне еще папа, помню, рассказывал. Когда в армию служил, то есть там эти пули же запрещены, в принципе, насколько я знаю. То есть она стреляет, допустим, в ногу, а выходит где-то через голову. Ты про какие пули говоришь? Со смещенным центром тяжести. А, в этом плане. По-моему, так оно называется. Могу ошибаться, но вроде такие воспоминания из детства. Воспоминания из детства. Так, хватит свои бомбочки тут бросать. Смотри, какие у меня бомбы вылезают, а. Покажи мне свои бомбы в штанах. Бомбы в штанах. У меня мешок угара вообще-то. В штанах? Нет. Получается, штанишки и обосрашки — это мешочек угара. А что ты побелела? Ты же белая была. Я ротик открыл. В смысле? Ты какая-то, как Катька Клэп. Ой, Катька, господи. Я забыла. Кэти Перри, пардон. Кэти Перри, окей. Да, перепутал. Все Катя. В клипе этот Dark Horse, помнишь? Я помню, как мы с тобой его смотрели. Потом еще 10 модификаций тебе захотелось этого клипа посмотреть. В итоге весь вечер мы смотрели. Барта Бейкера, или как там его зовут? Мы с тобой вместе сидели и смотрели. Да, это угар был. Да хватит свои бомбы тут бросать. Ребята за этот ролик вот. Ну, узнали. На Жуля не надо! Надо. Надо, Олеж. Какой надо, какой? Надо есть много шоколада. Интересно, а если Елена садится на диету? А зачем ей на диету? Посипки. Ах ты жопа маленькая, опять тебе бить надо будет. Что значит меня бить опять? Вот тебе бомбочками. О, спасибо. Это было мое, моя была сердечко. Не знаю, ничего пока. Тебе побит. Я не ударить тебя. Так, давай, я сейчас геймпад сломаю. Так, давай, Белина, давай, пока, давай, давай, пока, давай, есть! Пока! Ты схватился за сердце. Счастливчик, вы получили приз, мне это дали я достижение. Получила. Нет, мне дали достижение, да мне дали. Ничего не знаю, все, пока. Смотри, Белина пригорела. Ой, нет, 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 новый боец, выбирай. Я выбираю нового бойца. Белина, она как это, знаешь, шампуричная-шаурмичная. Вам с собой, короче, шаверма накрутить, или как будете кушать, а? Опять кончи. Хороший шаверма мы продаем всегда. Я буду кончи. Мы продаем очень вкусно. Вот так, видишь? Очень блять, вкусно. Я генератор лозунгов. О, мой любимый такеда. Подожди, а что ты голенького сейчас не выбрал? Ой, а у меня был голый, да. Давай голого. Голого такеду выбираю я. С голым такеда буду я всегда. А ты мог его другого цвета, ладно. Ладно, я пимпочки светящиеся сделаю. Спасибо, то есть это мне в усладу, да? У меня, видишь, расширенный пакет освещения на моем персонаже. Это знаешь для чего? Классно. Олеж, знаешь для чего это? Это сейчас новая мода селфи делать. Поднимаешь руку, и у тебя уже освещение на лицо. Поднимаешь руку и делаешь селфи.
А что, нет? Все плохо, да, Шулька? Все очень плохо. Все отлично. Смотри, какой. Угу. А я побелела. О, смертельный рентген. Бесконечный супершк. Супершоколадка. Электропол. Это жопа. Времени меньше. Так нечестно. Времени броски больше выкл. Нет. Надо. Что? Да. Броски выключены. Помощь Рейна. Помощь Рейна, смотри. Почему у нас все вечно мне дает? Посмотри, у тебя 3 модификатора, у меня 7. Ни хрена себе, ты не припухла, сладенькая. О, пока. Что ты делаешь? Я делаю полное пока. Сибирская ты горошинка, что ты делаешь? Ты горошинка. Ты сардельчика, что ты делаешь со мной? Пока. А я уже победила. Как? Каким макаром? Нет! Ебать колотить. Да что, ну это читерский прием. Я же крутобой. Кто? Я чернокнижник. Я понимаю, я счастлив за тебя. Пока. Блядь, я ничего сделал. Давай переиграем этот бой. Давай. С теми же? Нет, другие моды. То есть ты обиделся, да? Да одна, я тебе ударить даже не мог. Ты что, издеваешься, что ли? Даже чувак без пипки с ним уже. Ты че, блядь? У тебя же модификатор нет, подожди, с новыми. Пока. Чувак без пипки. Мне так понравилось. Тебе понравилось, да? Потому что я сделать ничего не мог. Конечно, мне это нравится. Тест to mind. Давай испытаем удачу. Так, луч жизни. Прыжки смерти. О, вот это мне нравится. Опасность. Опасность. Блядь. О, помощь кабала. Нахрена мне помощь кабала? Все. Что это такое у нас? Нарко что? Нарколепсия. Наркоман, ты что ли? Алиш, ты наркомаш? Нет. Стой, а давай подожди. Оно же заполняется, подожди, не бей. Какой небесный плод, мать! Я ж ничего не нажимаю. Сука, это фейл просто. Какого хрена это будет? Господи. Почему Такеда, если я тебя ударила? Почему Такеда побеждает? Почему? Но почему же побеждает? Шинок снова. Что он мне показал? Он показал тебе, это, знаешь, олицетворение жизнь-боль. Хочешь еще один? Или с новыми? Знаешь, давай еще один, только с новыми. Так у тебя классные наколенники, вот такие вот. А, то есть еще один, да? Кататься. Да. Давай. На роликах близко. Едешь, у тебя скелет эти. Точно, мне же надо скейт достать. Лето уже на носу. Да? Мне доставили эти модификаторы. Нет, Дашуля, все, пока. Битва жонглёров. Битва жонглёров? Олег же, лунные сапожки, подожди. В смысле лунная? Я думала, у нас лунная походка тут будет. Нихуя, я взлетел! Мои любимки! Взлетай, Дашулька! Это мой, мое здоровье! О, нет! Нет, не бей меня, пожалуйста! У тебя длинная штука! Лунные сапо... У тебя слишком длинная штука! Моя жизнь, моя жизнь! Жизнь моя! Жизнь моя! Жизнь ты там... Пока! Что это? Чё ты замерла? Жизнь моя! А ты чё замер? Блин, тихо, подходит. Я бомбил. Взлетай, взлетай. Что было вообще? Что ты делаешь? Я не знаю. Я не знаю, что мы делаем. Олеж, что это за бой? Взлети, ты взлетишь. Высоко в небеса, давай. Я сейчас тебе так... Да, у нас высокие прыжки, смотри. Пока. Блядь! Нет, 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 да. Нет, так это не ты, это я. Что он сказал? Что-то там в глаза. Пока. Смотри, как меня, он сказал. Подожди, это мое здоровье было. Ах ты маленький сосранец, вечно ты все тут лутанец, да? Прекрасно. Что? Ничего, ничего. Смотри, какие штуки могу делать. О, смотри, хоба, жизнь взял. Это будет вечный. Давай. Так, ну... О. А что ж ты будешь делать-то? Ах ты жопка, ты такая. Не-не-не, даже нормально. Получи себе по щам. Мое здоровье. Я жизнь нафига ты ее беру. Подожди, вообще-то у нас уже не может... Да что, я упаду хотя бы. Нет, нельзя. Подожди, так кто по... Я побеждаю. Ванчи побеждает. А, ты Кончиха. Да, ты кто? Кончиха. Как-то это пошло. Че, жена Кончи? Кончи? А, кстати, да, жена Кончи. Кто, она Кончиха? Недавно. А че это нам опять эти как начали двигаться? Так, хватит. Наркоманы, наркоманы. Что вы сделали с Аманом? С Аманом? С Романом. Так, это мое здоровье было. Твое здоровье. Твое, ваше здоровье. Счастье, здоровье. Что ты желаешь? Счастье, здоровье. Я помню этот ролик. Ну хотя бы. Шуля. Нет. Пока. Да, я разморожусь. Нет. Олежка, разморозь курицу на вечер. Разморозь такет. Так, вот тебе. Хватит меня бить, ну. Чтоб ты заморозился. Что? О, лучик, под лучиком постою. Шуля, харе лучик хилит. Лечит.
Лучик лечит. Там лечится. О, лечится, лечится. Я сломаю, она хилку берет процессу. Это мое. Это моя, мой лучик. Блять. Сюда. Это мое. Покойник, Кайль, пока-пока. Хватит. Что это происходит? Где же дев? Иди сюда. Что у Такеды есть вообще? А. Пока. У Такеды нет ничего. Есть. А. Нет. Нету. Что? Нет, главное, я обрадовался, что есть, а она мне говорит нет. 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 Нет, я сказала нет. Нет. Так ебона ты. Сам ты кочерыжка. Я не кочерыжка. Нет, о, я же сама делала. Нет. Бей, бей, блядь, похую мороз, блядь. Что я бью, да шуплю, что не бью, одно и то же. Какого чё? Это читеры. Это самый смешной бой. Все выглядывает сзади, смотри. Чуваки, я с вами. Чуваки, я с вами. Я родился, это Лунтик Возрождение. Лунтик Возрождение. Смотрите во всех кинотеатрах. 4D, в 5D, 10D. Встал в который раз из мертвых, чтобы спасти гусеницу. Не хочу за Елена. Мне он надоел, я все время за него играл. Вупсень, шмупсень, кто там у нас был? Я не знаю, я не смотрела эти современные мультики. Щенок. Да какой щенок? Не надо мне так, щенок. Так, я хочу переодеться. Хочу, мне тут щенков не надо. Турнир, Крякин. Крякин, Крякин. Давай за Крякина. Вот за Ёрмака я бы поиграл. Его ж так называют главный ведущий. Точно, конечно. Главный ведущий. Японская ты. А у тебя нет моего модного Стерлиц. Костюма, да? Ладно. А вот у меня есть модный костюм. Так, давай. 5? Хорошо, мода, давай. Ну ладно, пятерик так пятерик. Что, блин, творится? Что, лагерь беженцев? Ну ты лагерь беженцев. Смотри, у меня что-то шевелится. Змея у тебя на поясе была. А, то есть я модная. Змеиной кожи. У тебя не то, что из змеиной кожи ремень, у тебя просто тупо змея на поясе. А может, я сама змея? Может быть. Смотри, какая я. Светлая стала, да? Золотистая. Так, ты особенный. Да я знаю, что я особенный. Спасибо всем. Ты особенный. Это мне пишут вообще-то. Нет, вообще-то это мне. Я игрок 2. Вообще-то игрок 2 это я. А. Электропол. То есть ты особенная. Супер... Супер что? Восстановление. Стой, так подожди. Какого хера рептилия побеждает, если нас ёбом толкнул одновременно? Какого лешего, блядь, бомж выиграл? Потому что я... Пока. Пиздос. Давай еще раз, ну, другим один. Че там? Че там? Ну, ногти подтащил. Ты взял змею и гавкнул на нее. Классно. Давай. Удивляться не стоит. Что ты хочешь? С этими же, только с друсовыми модификаторами. А то это какие-то трешовые. Это еще мягко сказано, трешовые. О, Шинок. Здравствуйте, мистер Шинок. А, ты за Шинок. А, ты не за Шинока. Я призрак. Точно. Опять? Да нет, я не хочу за нее. Ну ладно. Помощь Смоука. Так у нас опять, смотри, это проблемное. В чем логика? Охренели, что ли? Я собачил, блядь, даже этот выбежал, смотри. Барак. Я просто в шоке. О. Постоял, упал. Ну, это лалоки какие-то у нас. Волчарные. Может, тут как-то можно восстанавливать? Подожди, а если вот мы сейчас ничего не будем... Пока! Пистос, кто сейчас? Почему? Я был в пузыре, а ты померла, да? Это ничья, давай еще раз. Да, давай других уже. Нет, я хочу с этими же. Я хочу нормальный бой с этими. Все. Я хочу нормальный реально бой, потому что я не могу понять, в чем фишка. То есть я думала, может отойти надо, и будет заполнение. Отошел. Отошел. Так, ну что, у нас ядовитые ракеты. О, тут хоть нормально. Отрава, сверхсила. И почему опять большинство мне? Давай, нажимай. А я что делаю? Так, моя бочка. Ток? У тебя что, бомбит? У тебя да, бомбит. Жастка, да. Так, а ну иди сюда. Жастка. Жастка? Слушай, ну ты жасткий какой-то. Слушай, ну хватит уже меня бить, а? Я ничего сделать не могу. Зато током жахнула, да? Могу тебя ударить? Можешь. Спасибо. Не надо этого делать. Почему? Надо. Да, блядь. Пока. Нет, я же зажал. Господи. Тебе нравится мой костюм? Какая-то зеленая, блин. Красные это... плавники у тебя. Ты еще скажешь, что вкуса нету у рептилии. Представляешь, если бы в нашем мире, допустим, парни привлекали бы плавники у женщин. Ну, предположим, жабры. В каких местах? Ну, если бы параллельно вселенной, вы бы были там русалками, предположим. А вы кем бы были? А мы были бы русалами. Русалами?
подожди, получается, у вас были бы жабры и плавники. У кого больше плавник, тот и лучше, да? Что бы тогда привлекало, если у вас жабры и плавники, что привлекало бы у самцов? Наверное, хвосты. Да и какой у него хвост. Пока. Ай, ты прыгучая! Вертохлёшка. Вертохлёшка? Олежка-вертохлёшка. Да, Олежка-вертохлёшка. Что на меня все пузиками падают? Это мы шипучку с тобой съели. Точно. Да ты нае... Да не надо пить. Есть. Тебе нравится моя попка? Блядь. Ты на попку мою увидел? Кстати, гласная. Ну это еще нормально, а ты на мою попку... Да хватит. Что мне там еще? Олежа, я, конечно, понимаю, что тебе очень нравится меня бить. Ты мстишь на... Так, ну давай же, покажи какой-нибудь мастер-класс. Зачем я тебя выбрала? Да что ж ты... Пока. Привет. Так, пока. Нет. О, нормально, нормально. Вот тебе за... Меня ток сквернословный, а? Мне иногда кажется, что у меня сел геймпад. Ты так легла, знаешь, одиноко. Одиноко лежащая рептилия, да? Есть такое понятие в мире? Одиноко Что? Одиноко лежащая рептилия. Я думаю, что надо еще одного перс посмотреть, и хватит. И хватит уже, я бы не надоел тебе. Хорошо, давай еще. Кана, во что тебе можно переодеть? Рейдом хорошо, Рейдом прекрасно. Один. По-моему, турнир в этом, в мобильной версии, да? Турнир в мобильной версии. Давай семерочку, давай вот по хардкору. Давай по хардкорним. Ох, Кана какой. Кана, прям как Кана. Наливной Кана какой. Слушай, меня пугает твоя ориентация. В смысле, ориентация у меня как раз нормально, просто он такой, как налитый. Ну, я имею в виду не в том смысле, в котором подумало большинство. Что ты ориентируешься на Кана, а не на Рейдена. Рейден же твой, а ты его захвалил. Смотрю противника, изучаю, так сказать, досконально врага. Я переоделась. Изучи врага своего, чтобы потом наказать его. Время ограничено. Кун Цин Цяо, глава первая. Удар молнии. Мощные прыжки, торнадо. Кровопролитие. Кажется, пока. Японский. Опять у меня, больше? Да я не знаю, мне... Ты что, опять эти супер-пупер быстрые бои? Пока. Это не очень быстро. Это не очень? Нет, зачем ты хилочку взяла? Ты... Пока. Тебя унесло. Блядь, в грёбаном торнадо. Потому что это ты. Не смей меня бить. Это моя штука. А ну иди сюда. О, не знаю, вообще не понимаю, о чем. Так, ну хватит, я хочу... Я даже ничего, даже глазик не успел закрыть. А ты не закрывай глазик. Хватит. Фуайт! Ой! Есть! А, детка! Пока. Вот это жесть, да? Классно. Знаешь, вот на удивление у этих большинства персонажей, которые мы не смотрели, у них классная фаталити. Пока. Я же тебя током жахнул. Пока. Что ты дергаешься? Пока. Что это было? Я заблокировала. Есть! Ты. Есть! Да, беру. Моё! Мой труп! Куда меня уносит? И уносит меня. На что тебя уносит? Там волна попутная. Пока. В труп. Труп же. Это твоя вина. Это твоя вина, что я труп. Моя вина. Да что ж тебя. Что мне за... Пить, а? Почему я все время какой-то как балерун? Есть. Я хоть разочек тебя ударю. Нет. Не в этот раз. Пока. Все, я думаю, здесь надо закончить. Нет, это еще один final раунд. Еще раунд. Ты ж победил? Ну да. Сейчас, раз. Короче, надо отыграться. Тихо. Фигушка тебе. Нет, не надо брать. Надо. Мы с тобой разлетели. Нет, не бери! Я не разрешаю. Кать, ударила меня, главное. Так, да что, меня блядские молнии-то бьют? Куда мы ползаем? Не знаю, что это было. Что? О! Нет, нифига себе, это хорошо. Хилочка. Это хорошо. Это прекрасно. Блядь! Тихо, нет! Нет! Есть! Это мне есть! А, нормально. Ты отвлекающий маневр. Ты вредный, отвлекающий маневр. Моя хилка же была! Нет, пока. Да ты пока! Пока, захил. Трупы. Ты нечестно поступаешь, ты нечестно играешь, ты берешь читерские хилочки. То есть ты меня ударила, я тебе ничего не сделал, ты упала. Пока. Упала, да, Шулька? Я с тобой больше не играю. Да ладно тебе. Я думаю, что... 38-й левел, смотри, у меня 21, у тебя 17, у меня 32. Понятно. Ты про что? Я думаю, что время попрощаться. Ты про что? Я про самое хорошее. Все, ребят, был Mortal Kombat с модами. Да, всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.